Привет, друзья, с вами Карникс, и сегодня мы продолжаем играть Binding of Isaac After Doors. Итак, в прошлый раз мы с вами прошли 15-й челлендж, если я не ошибаюсь. Да. 15-й челлендж, и он назывался Slow Roll. У нас были огромные слезы, мы там чудили страшные вещи. В принципе, прикольный, он именно забавный. Он не тяжелый был, он именно забавный был. Мне понравился, во всяком случае. Так, давайте посмотрим, чем мы сегодня сможем... Да, давайте сегодня попробуем на харде за абсолютно рандомного персонажа. Ева. Игра сильно жестока со мной, по-моему. Евы, ну, ладно. У Евы зато ворона есть. Это, по-моему, единственный плюс у Евы. Так, плохо. Плохо начали. Ой, хпшечка, ура. Так, ладненько, валим. Так, синих камней нет, а у нас бомб все равно нет. Так, нытик с пауками, а у нас еще один дэмэджи. По-моему, если я не ошибаюсь, пауки... Да, у нас один дэмэджи, мы паука с трех или четырех слез вообще валим. Нытик, умри уже, я тебя прошу. Да. Так, хорошо. Можно сказать, что справились. Можно так сказать. Так, давайте как ушаты разобьем. А вдруг фартовый упадет, ну, кто знает. Оно же ведь по-разному бывает. Так, что-то вообще ни черта из какашек не выпало. Ну, ладно, идем туда в сокровищницу. Квадшот. Ничего себе, ребятки. А я только хотел уже лезть в этот, на сайт и искать, что это за предмет. Ну, я, в принципе, согласен, что. Такой, как ходячий дробовичок мы теперь. Ай-яй-яй, зажали. Валите нахрен. Так, тихо, уйди. Да ладно. А, ясно, мы теперь будем вообще разносить лица, пока у нас не станет больше хп. Ладно, погнали. А, бомб нет, да? Бомб нет, так нет. Бдыщ, бадабум, так сказать. Так, вот там куча бабла. О, секреточка. О, бабло. Отлично. Почему нет? Я согласен. Так, хорошо. У нас теперь беда просто в том, что если мы получим больше хп, мы уже не будем вот так вот сейчас злостно тащить, как сейчас. 3 дэмэджа, 4 эти слезы. Поэтому нужно будет думать. Нахрен иди. Нахрен. Недолет, ясно. Нахрен. Синее сердечко считается, не считается? Интересно. Наверное, не считается. Я, в всяком случае, надеюсь, что не считается. Да, не считается. Отлично. Ой, так может мы это, поломаем систему? Так, ворона, жри их всех поголовно. Поломаем систему и просто обтыкаемся синими сердечками, и все. И тогда мы сможем и стрелять мощно, и люлей раздавать. Давайте кокушата поломаем. Так, что-то кокушата нам ничего не дали. Ну, бывает. Бомбы у нас нет, вот что меня огорчает. А синие камни, как видите, уже есть. Так, умирай. Ясно, понятно, но у нас нет выхода, идем. Монстра, здоров. Мух своих убери сразу. На плюху. Воп. Нам главное, чтобы он нас не покоцал. Потому что я не знаю, найду ли я еще сердца. Поэтому как бы опасно. Опасно, однозначно. Хотя, казалось бы, да, это ж монстр, боже. Так, ладно. Damage up. На сколько up? На один. Ну, лучше так, чем никак. Ладно, идем дальше. Второй уровень селлер, по-моему, да? Да, детка, это селлер. Еще и Curse of Maze. Вообще супер. Ой. Нафиг иди. Ну вас нафиг. Паукан, тихо. Вызов, блин, и бомба еще и там. Ясно. Локап. Окей, я за, честно. Локап это хорошо. Так, умирайте. Блин, если я возьму хп, я сейчас стану слабеньким. Вот же дилемма какая. А с полтора хп постоянно бег. Ладно, давайте берем хп тогда. Вот. Так, хороводы мне вот эти ваши не интересны. Так, ворона всех поела.
Перезаряжать нам нечего, хоть ключик есть. Нет, 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 нет. Спасибо уж. Я, пожалуй, откажусь. Умирай. Ба. Иди сюда, ба. Так, у нас в итоге два демеджа и квадро слезы. Ну, окей. Это еще не самый худший вариант, как бы. Тут еще можно выжить и раздать. Просто демедж поднять. Или скорострельность. Ну, скорострельность было бы вообще круто. Понятно. Проклятый это мейс. Босич вот так вот сразу, да? Даже не знаю. Сокровищницу мы, в принципе, нашли. Ладно, давайте еще побегаем. Может там, не знаю, повезет какую-то комнатку с предметом. Найдем еще какую-то ливочную. Потому что сейчас какая-то боль у нас. Так, понятно, я вообще внизу оказался. Окей. Так, шмат мяса. Ой, надо эту штуку брать. Умирай, умирай, хорошо. Так, мясо, прости. И синее сердце лежит по центру, как мы его достать не сможем. Вот же ж обида, а. Ключик хоть, уже хорошо. Уже не зря. Так, тут что у нас? Тихо, фу. Фу. Ай-яй-яй-яй-яй, уйди, уйди. Хорошо. Так, стационарчики. Хреновые, правда. Прощай, еще ключ. Давайте в ларечек зайдем тогда. Незадача, незадача на самом деле. Я не помню просто, что этот предмет дает. More options. Сейчас глянем. Ребятки, это шикарная вещь. В общем, когда нам выпадает по одному предмету, там, допустим, после босса, то теперь эти предметы будут дублироваться. То есть их будет два, и на выбор мы должны будем выбрать один из предметов. Это прикольно. У нас есть шанс получить более классные предметы. Так, давайте нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг. Да умри ты уже. Ёппересете. Да ёппересете. Так, тихо, все в порядочке, все нормально. Ой, копеечка хорошая какая. Так, взрывать, не взрывать, взрывать, не взрывать. Давайте, наверное, взорвем. ХПшка все-таки вещь важная, особенно для этой несчастной Ивы. Или Ивы. Иви. Ой, обратно, зачем? Все, все прорыли, только в аркадное не заходил, но аркадное мне не надо. Идем сразу к боссичу. Блин, надо было здесь взорвать, я затупил, ладно. Little Horn. На тебе люлей сразу. Забирай бомбу. Ой, как хорошо. Умничка, умничка. Сам себя взорвал. Молодец, молодец. На, на, на. Я в него как свинчака стреляю, знаешь? На. Ой, убери вот эту хрень свою. Не выдумывай. Взрывайся. Ну, куда ж ты убежал? Ну, в последний момент как раз. Так, грибочек или ключ? Ключ нам даст парочку ключей и какую-то хрень, а грибочек дает эффекты. Так, грибочек, хп, тирзап, шот спиндаун. Ай-яй-яй, тирзап. Блин. Так, ладно, сатанчик, что ты нам предложишь? Понятно. Мы тут не одни, как говорится. Одна рука хоть. Пока все костры перетушу. Так, убирай. Живучая скотина, ну. Давай, заземляйся. На, все, прощай. Так, вот этот малый, это самый бесполезный малый. Валим дальше тогда. Уф-уф-уф. Это у нас катакомбы XL. Ёкараны бабай. Еще и Curse of Labyrinth. Ладненько. Тащим, невзирая ни на что. Так, на. 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 Есть такое дело? На. Нам, походу, дэмэдж почему-то урезался. Ладно. Ой-ой-ой-ой, вот это было неприятно. А почему у нас еще одно красное сердце? Можно узнать. Хватит тут все разрушать, блин. Проклятые. На тебя, оп, все, хорошо. Так, запасные полсердечка есть. Даже так, да? Интересная комната. Так, пауканы плюс эти говнюки мелкие. На, так, кашу. На, оп, оп. Да, без квадра это тирс, я бы не знаю, что я делал.
Так, еще сердце. Это, конечно, хорошо. Так, нафиг. 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 Еле увернулся. Есть один. Оп, оп, есть, оп. 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 Есть. Оп. Задел. Оп, задел. Ач. Не попал. На. Оп. 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 Есть. Есть. Тихо, тихо, тихо. Оп. Есть. Так, оранжевый. Получай. Шоколадочка, которую забрать мы не можем. Ну окей. Как-то смирюсь. Думаю, переживу. Плохая комната. Так, заполиза. Так, взрывайте, взрывайте, взрывайте. Где-то там взрывайтесь, меня не трогайте. Так, ну же. Ой, бабахнуло, как хорошо. Ой, бабахнуло, хорошо. Так, заполиза. Не скучай. Ай, ты, сволочь, затупил я. Так, ворона, кушай его. Кушай уверенно. Молодец. Ключик. Ключик, это хорошо. Ой-ой-ой-ой, какая комната плохая. Ой-о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 й. Так, надо уничтожать, уничтожать эту хрень, причем чем быстрее, тем лучше. Нет, нет, уйди, уйди. Ворона, что ты висишь? Жри их. На тебя огромные надежды. Так, есть. Ворона одного просто сдерживает, по-моему, она его даже не коцает. Ладно, молодец, ворона. Так, хорошо. Давайте в мелкие комнатки. В принципе, я что-то тороплюсь, надо было за сердечками сбегать. То как-то полтора хп не особо хорошо бегать. Так, давайте вернемся за сердцами. Трам-трам-трам-трам-трам. У нас тут везде сердца есть, да? Так, тут половинка, там целая, а там внизу закрытые сердца. Все хорошо. Бом-бом-бом-бом. Давайте расходим туда в маленькую комнатку. Кокушонок, уйди. Естественно, ты меня покосил. Ты же скотина противная. Так, ящичек, два ключа. Ключи это замечательно. Бадабум. Хорошо. Так, челлендж. Ой-ой-ой, плохая комната. Ой, какая плохая комната. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ворона, ешь их нафиг всех. Так, один сдох на иголках. Да, хп потеряли нехило так. Аккуратненько. Воп, воп. ХП потеряли нехило. Ну ладно. Не надо печалиться, как говорится. Так, перестаньте вот эту хренью страдать. На, на. На, на. Босич. А мы сокровищницу даже не нашли. Подождите своим босичем. Зато мы теперь знаем дело. Это уже плюс. Так, у нас есть бомба. Если что, мы сможем забрать 2,5 сердца, кстати. Это очень хорошая новость. Так, хорошо. Тут у нас что? Ой, не люблю эту комнату. Честно. Очень хорошо. Так, туда больше не пойдем тогда. Ой-о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 й. На вхарю. На вхарю. На вхарю. На. 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 Есть один. Так. Ничего себе, я смог увернуться от такого количества. Так, вилка, а что вилка нам дает? Сейчас глянем. Интересно, 10% шанс восстановить хп после зачистки комнаты. Почему бы нет? Пусть будет. Тихо, умирай, 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 умирай. Ага, если мы идем назад и стреляем, то более кучно выходит. Это хорошо. Ты что, толкаю слезы? Ты что, с ума сошел? А ну прекращай. Тихо. Так, давайте самых обычных убьем, наверное, сначала. Оп-оп, тихо. Тут же сволочь, последний момент, ну. Нафиг. И теперь толкающего слезы парнишу уберем. Тихо, тихо. О, все. Так, там ключи, взрывать надо. Не хватит у нас. Оглушающие... Оглушающие. Ладно, давайте, пусть будет хоть какой-то эффект. Это же оглушающие, правильно? Ну, хоть одна вылетит. О, вылетел. Так, тут у нас сердечко. Это хорошо. И автоматы. Автоматы нам не интересны. А, это же Excel, точно. Я ж... Прикиньте, я пошел бы сейчас и не забрал второй предмет. All Stat Up.
3 дэмэджа у нас, да? Какие-то медленные слезы стали. Ладно. Давайте вскроем. Нет, спасибо. Вонючая рыбина мне не надо. Так, заполис. Ошеломили. Заполиза. Он в шоке. Ну же. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ч-ч-ч-ч. Не кипишись. Да, нам бы скорострельность поднять. Или дэмэдж. Что-то из этого поднять. Но обязательно нужно что-то поднять. Ай, сволочь. Бомбалейла. Давайте в магазинчик зайдем. Пуговичка. Пуговичка. Я не понял, что надо. Ты, блин, я забыл. Агрокостер. Пардон. Сейчас я тебе дам люлей, а потом буду смотреть. А, мы ее все равно взять не можем. Ладно, берем синее сердце. Валим дальше. Так, нам, в принципе, у нас там где-то... Ух, как нам далеко назад идти, а? Просто жесть какая-то. Ладно. Нам еще тут в пару комнаток зайти надо. В принципе, вот тут бы все повзрывать было бы замечательно. К чертям собачьим. Ну, давайте попробуем. Вроде должно хватить бомб. Так, заходим сюда. Взрываем тут. Так, это открыли, это забрали. Сюда мы не просочимся, да? Ну, ладно, не буду одну последнюю бомбу тратить. О, плохая комната. Ой, плохая комната. Плохая. Понятно. Нормально, когда он оглушен, он рашит вообще в рандомную сторону. Так, еще бомба. Еще сверху колючка и обычная комната есть. Две бомбы и ящик Пандоры. Нет, спасибо. Кокульку давайте вскроем. Пустые кокули. Ой, какая нехорошая комната. Ай, блин, мне комната... Ой, эти кнопки нажать надо. Ядрить, колотить. Тихо. Муха. Умри. Есть одна. Беги, Лола. Демоны. Все. Угомонитесь, сволочь. Так, зря, в общем, заходил в эту комнатку, хп только потратил. Бежим назад, получается. Получается назад. Тут сердечки главное забрать. Блин, взрывать надо, да? Давайте вот тут бомбанем, заберем кучу бомб. Ей! И одной из них вскроем сердечки. Отлично. Мне кажется, или вилка нам повышает хп-ап делает, а не сердце дает. Потому что у меня почему-то 4 уже сердца. Ладно. Не дочитал, значит. Так, идем дальше. Dark One. На люлей. Фу, угомонись. Да, нелегко нам будет с таким-то раскладом. Фу-фу-фу, прекращай. Ну, на тебя вхарю сразу. Главное, вот, когда он эти бегать начинает, главное не попадаться. Все будет замечательно. Так, ворона, жри его. Беспощадно жри. Он меня покоцал. Представляешь? Сволочь какая. Давай. Ну. Ворона, ну чё ты в самом деле, ну? Прощай. Так, это первый босс. Так, хп ап. Мы выбрали, идем дальше. Вот это не особо приятный персонаж. Ой, он еще и блюется. Еще... Ой, взрывные, да ну ладно, ты че, чувак, вот это прекращай. Вот это нам не надо вообще. Ну, нормально с тобой общались, ну. Что ты вот это начинаешь херню всякую мочить? Так, ошеломили его немножко. Так, взорвали, камень убрали. Так, перестань. Чересчур активно. Ой-ой-ой-ой. Взорвитесь где-то возле него, пожалуйста. Спасибо. Чем их больше, тем их меньше. Вот какая логика. Так, только что два раза чуть дэмэдж не словил. Умри. Yes. Так, теперь этих забить надо. Давай, ворона, жри. Кусь-кусь, ням-ням. Хорошо, замечательно. Так, помада это у нас рейндж. Соска, это мы становимся меньше. Меньше еще что-то там. Давайте, наверное, все-таки меньше. А, и синее сердце еще получаем. Этот рейндж это дело такое. Нам не в рейндже сила.
Curse of the Unknown. Отлично. У нас было 2-3 хп, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая хорошая цаца. Убежаем. Убежаем, говорю. Нормально. Так, самонаводяхи сейчас начнут пулять. На вхарю. Так, этот помощнее будет. Ты, сволочь, зацепил таки, ну. Так, рак. Даже не знаю. Так, 2,5 хп у нас. Ну, умри. Есть. Ключик. 2,5... Ой-ой-ой, какая нехорошая комнатка. Призраки, их терпеть не могу. Так, ты нафиг иди. Прям передо мной появился. Ну, это вообще уже наглость. Так, минус один. Этого уж убить нельзя, да? Есть. Так, только у нас хп, у нас где-то 2 единицы, наверное. Ой-ой-ой-ой, лазерные ребята, тихо. О-о-о. Все в порядочке. Уйди, не телепортируйся, сволочь. Нет. 1,5 хп, наверное, уже осталось. Так, фу-фу-фу-фу-фу, он сейчас чуть взорвется, скотина. Так, 1 хп. Нет, только не сдохни. Амнезия, супер. Чё нам еще для радости не хватало? Амнезии, верно. Фух, сердце дайте, сердце. Пол сердца, это 1,5 на сердце, да? Или нет, у нас сейчас целое сердце, у нас же, блин, ужас какой, блин. У нас хп вообще. Беда, печаль. Так, нафиг, сокровищница, на тебя огромные надежды. Poison damage. Ну, приличное вроде количество этих poison шариков. Уф, ладно. Допустим. Окей. Магазинчик, что ты нам скажешь? Что за мешочек? More trinket. Больше этих. Ну ладно, пусть будут. Я, конечно, не уверен, что я долго еще проживу. Так, умирай. Эч, почти покоцал, но не покоцал. Все хорошо. 2 ключа и куча бомб. Нет, спасибо. Блин, сердечко. Так, босс сразу, а мы сокровищницу нашли. Ну все, валим к боссу. Ох, сомневаюсь, что мы сейчас затащим. А, это война. Война, это фиг с тобой. Правильно. Ой, ты ж, сволочь. Так, у нас 1 единица осталась, значит, да? Ешь его, урона. Кушай. Кушай его. Кушай, сволочь такую. Тихо. Не бомби, малыш. Все хорошо. Ворона тебя кушает. Тихо. Правильно, гори в костре там где-то. А, блин, да ладно. Обидка, печалька. Ну, как видите, за Иву я пока не способен. Не способен я за нее затащить. Ну что ж, друзья, спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!